Всем здарова, ребят. Продолжаем проходить первую BFME на движке РТВК. Как оказалось, тут не все миссии, потому что следующая миссия у нас Хельмова Падь. Поздравляю всех любителей Хельмовой Пади, но грустно, там довольно много миссий еще. Может, я путаю что-то? Вроде... Нет, там должны точно были быть еще миссии. Ладно, погнали. Мне глаза болят. Вот вам котик от подписчика. Так. Сарика дали. Ну, всех героев дали. Шкварка без варгов, к сожалению. Короче, в угол его поставим. Дали дождь. Тут у нас будут проблемы через 15 минут. Тут мы можем только... А, вроде это еще можно взять. Или нет? Сложно сказать. Ну, короче, буст лесопилок еще... Отобрали у нас опустошение, помянем. Так, 9000. Ну чё, давайте крепу поставим, раз уж денег так много. Второго рабочего заставим построить мастерскую. Что у нас тут есть, кроме него? Пучкуем всю пачку. У нас есть лестница, то есть мы можем попробовать высадиться сюда, в уголку. В уголке, точнее, да. Зальем опыт. Нам надо грейды сделать. Ну, сейчас это построится. Наверное, сначала грейды надо было делать. Без грейдов идти в атаку — это неправильно. Так, сэкономили. 1500 очков командования насыпали. Окей, одобряю. Гимли на стрёме. Ну, защита у них такая себе, конечно. Это не должно сложно быть. По-хорошему надо сюда идти. Это легчайше пробивается. Но я ж... Ну, вы же хотите посмотреть на вот это все, правда? Ну, вы хотите. Вот. Я не буду специально время тянуть. Ну, до 23. Может, там что-то изменится. Если миссия пройдет столько времени, то окей. Но это мы точно увидим. Потому что будем штурмовать здесь. Кстати. А, тут Эовин. Мы можем... Ага, мы сюда можем пройти. Тут совсем мало народу. Окей. Ты построил, не? Ну что ж. Начинаем строить экономику. Где-то еще 2 минуты мы потратим, получается, на фулгрейды. Ну, хотя бы броню и стрелы огненные точно надо сделать. У нас нет денег, к сожалению. Нам не хватит. Поэтому мы закажем еще рабочего. И сейчас усиленными темпами наштампуем экономику, чтобы зарабатывать. Сейчас это откатится. Еще одну заливку опыта сделаем. Вот так. Этого работягу отправим дерево добывать. Тут немножко есть деревьев. Тут еще есть. Круто. Вот так. Ой, здесь тоже есть. Угу. Тогда пилку. Тут еще пилку, потом построим еще плавильню. Тут тоже пилку воткнем. Ну, уже вроде как деньги должны нормально более-менее капать для нас. Апгрейд есть. Do what I say.
Еще две. И еще здесь два здания каких-нибудь. Вообще тут можно... Блин, почему я охрип? Две лесопилки поставить. А, че поставил. Так, тут мы закончили. Я не вижу больше дерева. Ну, давайте сюда его. Все, я думаю, нам этого должно хватить на всю игру. Больше строить и не нужно. Теперь ждем это. И можно будет работягами еще где-нибудь вот здесь бараков понастроить, чтобы подкрепление можно было быстрее подводить. И все. Флаги потом сделаю. Клинки особо не нужны. Арбы будут всю работу делать. Отлично. Так, погнали. Ползем сюда. Всех рабочих тоже сюда. Так, где наша качанная 66? Не достают, хорошо. Теперь мы медленно-медленно будем пилить этих лукарей баликом. В ожидании, пока же у нас хватит денег на апгрейды. Если я правильно понимаю, копейщики не могут залезать на стенку. Да ты задрал с этим туманом. Идем сюда. Поэтому копейщиков и грейдить нет смысла. Да, у них есть конница, и нам понадобится копья против нее, но... Только когда мы пробьем. Может, я не знаю, дырку пробить тут. Хз. Но пока что они точно нам не нужны. Можем сэкономить. Хотя... Будет забавно, если они все-таки умеют вылезать. О, нормально. Так, три барака есть. А сколько времени эта штука будет длиться? Я просто не хочу нападать, пока... Пока оно там. Хотя, может, парочка лестниц дойдет все-таки. О, закончилось. Так, теперь стреляем вот сюда. Стенку будем бить понемногу. Вот так. Лестницы сюда. Прекрасно. Вылезаем. Они умеют тут лазить, ладно. А герои не умеют? А герои не умеют. Черт. Ну ладно. Дождь прожали. Так, стенку мы вроде... Почему-то я не вижу дамага в ней, но ок. Так, тут. А давайте тогда спамить копья луки. Как говорится, по классике. Чуть-чуть эки тут построю, все равно делать нечего. Так, это загрейдим. Это загрейдим. Это забустим. Может, мину построить.
То, что герои не залезают, это как-то грустно. Избавились от Леголаса, идем сюда. О, Берс, давай. Тут тоже землю нельзя стелить, очень жаль. Элвин. Как же я хочу посмотреть, сколько же там хп. Так, уходим наверх. Сейчас будет. Ну. Давай. Ладно, пускай дерутся. Остается 4 минуты до энтов. Так, эту пачку мы по стене пустим. Вот сюда. Проносим дальше. Тут у нас что? А, 15 же надо. Нужно сделать дополнительную армию для отбивания проблем. Хорош. Нигде не кидается. Возьмем это. А, ладно. Почти пробили, без мины. Без мины, нормально. Но эльфы просто чудовище. Вся эта пачка сдохла. То есть нам придется еще одну делать скоро. А давайте... Пока там войска не будут строиться, мы вкинем деньги в апгрейды, чтобы быстрее заказывать. Да, эти подкрепления подохли, к сожалению. Есть. Теперь мы можем с героями нападать. Теперь можно эти лестницы просто вот сюда отправить. Пускай там постоят и сдохнут. Теоден вылез. Обидно. Короче, молнии тут у него это как улучшенный фаербол. Так, и 750. Нормально. Я думаю, что энты должны... Вообще, хз, откуда они должны идти? Будем здесь стоять. Баллисту сюда отправим. Пускай развлекается. Мы тут уже не пробьемся. Нормально так накидывают эльфы отсюда, кстати. А ну иди. Молодец. Еще сюда. Так. Все, а тут отходим. Да. Пососали. Но разбили ему эту часть крепости. Почему бы и нет? Все, отступалите. Давайте немножко баррикад построим. Они вроде быстро строятся, чтобы можно было задефать себя.
мне как бы страшно. Восьмой левел. Еда фоксит. Чисто. Иди сюда. Вжух. Все. Дождь прожму. 30 секунд. Мы разберемся тут, я надеюсь. Так. Энты идут. Тут как бы все норм у нас. Стой, а вышка на... А, на L тут уже. Я не понимаю. Я слышал их, но где? Зараза. Эта пачка против энтов вообще-то должна была быть. Все время стояли. И ради чего? О, лорд до мародерки качнулся, ништяк. Так, ну это легко. Все нормально, у нас орда. Учкуемся. Заливаем опыт. 75. Ну давайте карателей построим по приколу. И... А тут копейщиков добавим. Эти челы будут нас дефать против армии, которая через 8 минут придет. Гендальф там еще. Ну по приколу, конечно же. Мы потом подкрепление дадим. Какие-нибудь... Погнали. Кстати, Балик что? Ничего не сделал. Но правда заагрил челов со стены. Так что, возможно, оно от того стоило. Что я... Я жал Т, я не понимаю почему. Дед, давай. Хорош. А, стой, я забыл. Может, мы ачивку получим, если это снесем? Погодите. Хрен его знает. Тут еще есть бонус выиграть до того, как подкрепления придут. Ну, по идее, это не очень сложно сделать. Должно быть. Но мы с вами не ищем легких путей, конечно же. Нам нужно зрелище. Как можно больше. Дольше. Вот сюда. Ага. Это он сейчас сказал про то, что мы снесли последнее здание там. Идем сюда. Там закрыто. О, героя бы какого-нибудь. Гимли там еще был. Или Арагорн. Ай, я не успел. Ну, свинья, давай. Он уже сдох.
Ну, камон. Можно немного берсов построить. У нас очки командования освободились. Да, я знаю, что время закончится. И я ничего не сделаю им. Это называется проявление милосердия. Поняли? Фэткет великодушный. Фига себе. А это называется паркур. Нормально запрыгнули. Там они и останутся, скорее всего. Гимли их тоже щадит. Гимли тоже добрый. Жаль этого добряка. Не убил. Ай, застрелили. Грязный рот мой. Неправильно это прозвучало, конечно же, но... Ну пофиг. Так, что получается? Мы все равно, даже несмотря на то, что я пытался как бы... Время потянуть, мы все равно слишком быстро проходим. Ну, не страшно, ребят. Вам очень сильно повезло. Я умею проматывать время. Встретимся через 3 минуты и немного секунд. Вот это все, на что хватило моих очков командования. Хули он не умирает? Гендальф первого левела. Полный фарш. Я думаю, мы выиграем, но я немного не уверен. Каратели так быстро дохнут. Да, мы выиграли. Гендальф подох. Ну, давайте добьем крепу. Я уже предвкушаю кампанию за Мордор. Мне супер не нравилось, что в первой части надо было размениваться войсками, нельзя было накопить. То есть я не говорю, что это плохой геймплей. Нет, это просто другое. Но все три фракции могли накапливать армию в кампании и таким образом ее усиливать, усиливать, усиливать. А Мордор вынужден был размениваться. Вот. Теперь получается, я не только могу накопить армию, я еще и могу размениваться так, как мне это будет нравиться. Потому что здесь же войска не сохраняются. И, ну, мне плевать на накопление армии теперь. Вот. В общем, спасибо за внимание, ребят. Встретимся в ролике с Мордором. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.